хоккея? Ну, я чаще всего, конечно, смотрю по телевизору, потому что я занятый человек очень. У меня расписано расписание на 2 года вперед. А вы сейчас в отличной форме вы спортом занимаетесь? Ну, вы знаете, что если вы 5 часов дирижируете в день, каждый день, то чувствуете себя в хорошей физической форме. Хоккеем занимались когда-нибудь? Хоккеем когда-нибудь занимались? Нет, честно говоря, не занимался из-за того, что просто боязнь, что может что-то с пальцами случиться. Так они как-то уверенно стоите? Не очень, но другим... Я потому что сказал, что с самого начала, как в боксе, надо сразу... Давай. Мы весьма с вами будем разговаривать, целовать, спасибо.